Джентльмены, остается последняя роза. Люк, ее единственный вариант. Не хочет она переезжать на ферму в холмах? Она ведь их всех поцеловала с языком. Она венерическое заболевание на двух ногах. Чейз. Я вижу превышение баланса в ваших ежедневных операциях. Да, плата по ипотеке утроилась. Я вам говорил о возможном повышении тарифов во время возврата переплаты, вы помните? Все на пол, сейчас же. Три человека унесли $1.6 миллиона. Хореография их действий, танец напоминала. Паровозик прямиком в тюрьму. Их не поймали? Компания Semtex Steel заморозила все пенсионные выплаты. Я подумываю об ограблении банка. Я подумываю о покупке Феррари. Сначала тебе нужно команду Никс купить. Банк Williamsburg Savings будет заниматься ликвидацией фонда. Эти банки, по сути, уничтожили эту страну. А им хоть бы что. Я хочу ограбить этот банк. Давайте вернем свои деньги. Да, этой весной. Мы заберем ровно столько, сколько нам в пенсионных выплатах должны, да? Именно так. А если вдруг больше возьмем, отдадим на благотворительность. Если время — это деньги, пора поупражняться. Мы сейчас вернемся. Я не хочу в машине сидеть, здесь жарко. Они сорвут настоящий куш. Здравствуй, Эл. Мне нужны куриные бедра. Грудь лучше бедер, ты не согласен? Никто и ни разу не ушел отсюда с целой свиной вырезкой. Прыгай в корзинку. Кто я, по-твоему, такой? Идти? Я уже не знаю, что творится в этом мире. Посмотрите, что вы с Синди сотворили. Она на колумбийского наркокурьера похожа. Морган Фриман, Майкл Кейн, Алан Аркин. Нам понадобится профессиональная помощь. Думаешь? Вы 5-0? Мы, по сути, 8-0. С этого момента общаться посредством текстовых сообщений будете. А как печатать без кнопок? На экран нажимай. Да я его уже весь замацал, ничего не происходит. Мне это напоминает о тех деньках, когда мы поехали в Рино. Мы ели как короли. Мы и были королями. И все еще короли. Леди и джентльмены. Уйти с шиком. Стоять! Стоять! Зачем вы за мной гонитесь? Не заставляйте электрошокером долбануть. Это не признание вины. Я просто устал.